Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Игорь, это автосалон ProTuning. Мы можем привезти любую машину из самого крайнего уголка нашей планеты в самые короткие сроки сюда, в наш автосалон, в городе Краснодар, на улице Российская, 263. И нет никаких ограничений по автомобилям, как, например, это BMW, про который мы вам сегодня расскажем, или любой другой самый эксклюзивный автомобиль. Сегодня мы с вами рассмотрим новую BMW 7 в кузове G70 и максимальная ее модификация M60. Ну и начнем с того, что интересует многих, когда все увидели впервые эту машину, о ее внешнем виде. На самом деле смотрится очень футуристично, и на картинках это выглядит не так абсолютно, как она смотрится вживую. Потому что вы сразу видите этот объем, эту статусность данного автомобиля, большую решетку радиатора, которая стала в этом кузове еще больше. С каждым поколением новых семерок они все увеличиваются в своих размерах. И обновленная, естественно, оптика. Сверху у нас идут ДХО модули, и снизу уже сама фара, которая освещает нам дорогу. Сверху в этих модулях ДХО мы видим, что это не простые какие-то светодиодные линии, как стандартно на всех автомобилях, а это иллюстрация таких бриллиантов, то есть здесь очень много камней, которые сзади подсвечиваются как раз таки светодиодной подсветкой и играют своими гранями на солнце, если вы будете смотреть на них под разным углом. На самом деле это такая фишка этих новых семерок, новых BMW в бриллиантах, которые у нас есть как снаружи автомобиля, так и снутри. Если, допустим, раньше у нас были дополнительные опции в виде шайбы КПП и ручки переключения передач, сделанных из хрусталя такого, именно из этих граней, то тут у нас инженеры BMW, дизайнеры пошли дальше и сделали это в каждом уголке данного автомобиля. Еще одной интересной деталью является то, что решетка радиатора, а именно ее окантовка, может подсвечиваться такой контурной подсветкой, как обычно в салоне это делается. Но тут как раз-таки эта деталь выделяет именно объем этой решетки радиатора, и ночью машина смотрится очень хорошо и стильно. И, кстати, этот автомобиль мы привезли из Дубая, и как только он пришел к нам в город Краснодар, мы сразу же перевезли его в наш тюнинг-центр, чтобы сделать некоторые доработки. А именно, мы здесь сделали полную оклейку всего кузова в прозрачный полиуретан, потому что машина новая, плюс посмотрите на этот прекрасный цвет, его обязательно необходимо сохранять на таких роскошных, дорогих автомобилях, чтобы они сохраняли свой первозданный вид. Плюс, помимо оклейки кузова, мы сделали еще оклейку лобового стекла в бронирующую пленку, прозрачную, потому что тоже стекла на таких автомобилях достаточно дорогостоящие и гораздо выгоднее и проще будет их заклеить в бронепленку, чтобы на будущее они не страдали от пескоструя, от камушков мелких и так далее, чтобы они сохраняли такой же первозданный вид, как и, собственно, лакокрашенное покрытие любого автомобиля. Помимо оклейки, работ по оклейке, мы еще изготовили индивидуальные колесные диски в 21 размере на заказ. Это стиль BMW как раз таки с шильдиком BMW M и логотипом BMW на центральной части, который может еще и крутиться. Как на Rolls-Royce, я думаю, видели, когда машина едет у нас, логотип BMW остается на месте. Я думаю, видно, что он может еще и крутиться. Очень такая интересная функция, доработка, мелочь, но очень приятная, когда над этим подумали и, собственно, это реализовали. Поэтому любой дизайн дисков, кованых на любой автомобиль в любом размере из допустимых, можно изготовить в нашей компании ProTuning по заказу наших клиентов, поэтому обязательно обращайтесь. Тут же мы видим обновленные зеркала заднего вида, которые прям выносятся вот так вот на ножке и идут как будто бы из молдинга оконного нижнего. Тоже очень необычно и красиво смотрится. И здесь же мы видим камеру, которая относится у нас к круговому обзору. Все-таки это максимальная комплектация, модификация, и это здесь естественно имеется. Двери могут открываться с нажатия кнопки. Мы просто отходим от двери, она сама открывается, понимает она все это по парктроникам, которые у нас установлены в пороге данного автомобиля. Ну и, собственно, закрыться она может также. Если вдруг будет какое-то препятствие, парктроники эти самые увидят это препятствие и не откроют дверь, соответственно, сохранят целостность кузова данного автомобиля. Панорамная крыша у нас протягивается от переднего до заднего стекла, поэтому наслаждаться небом днем либо ночью можно будет с максимальным удовольствием. И плюс еще одна деталь, как раз таки относящаяся к этим бриллиантам, это задняя форточка, которая имеет в себе те же грани, рисунок схематичный, который напоминает нам про эту особенность именно седьмой модели в новом кузове.
Переходим к задней части автомобиля. Опять же, у нас, соответственно, новый дизайн, но все тот же узнаваемый стиль BMW 7 серии. Очень красивые фонари, которые переходят у нас аж в заднее крыло. Опять же, той же угловатой формы, имеют в себе внутри молдинг хромированный и очень красивая красная линия, которая сплошная, разливается по заднему фонарю. И, естественно, здесь же мы видим, что это версия M60i благодаря насадкам, которые у нас имеют особенную форму и отличают именно эту версию от своих младших моделей. Также у нас снизу идет диффузор с спортивным характером, с такими центральными ламелями, которые должны рассекать воздух. И, кстати, еще больше агрессии этому кузову и больше стиля ему можно придать с помощью новых обвесов на данный автомобиль, который можно посмотреть в наших тюнинг-центрах, либо заказать на эти кузова G70. Открываем багажник, естественно, это можно сделать с ноги жестом. Если вдруг вы идете к автомобилю, у вас занятые руки с пакетами, просто провели ногой. Ну, естественно, автомобиль такого класса обязан иметь в себе такую функцию. Было бы странно, если бы ее здесь не было. Тут мы видим большое место для хранения ваших вещей. Дополнительное запасное колесо. Это, кстати, опция, потому что в стандартных комплектациях данных автомобилей его, к сожалению, не идет. Достаточно большой багажник, вместимый. И, кстати, я думаю, вы уже заметили этот подарочный бокс. Машина у нас сейчас готовится уже к выдаче клиенту. И набор с небольшим количеством подарков мы ему передадим в качестве небольшого презента к данному автомобилю. Перемещаемся в салон, и первое, что хочется показать, то, что я вам уже говорил про двери, что они могут сами открываться, они могут сами также и закрываться. Если мы садимся, я просто нажимаю на педаль тормоза, и дверь у нас сама закрывается. То есть я сделал это без рук, тоже очень удобно, потому что всегда, когда вы садитесь в автомобиль, это очень такой понятный сценарий использования. Вы сели, нажимаете кнопку старт-стоп, ну, естественно, чтобы машина завелась, вы нажимаете педаль тормоза, и дверь уже сама закрывается. В салоне нас встречает прекрасная, роскошная отделка из коричневой кожи, которая у нас присутствует на многих элементах. Центральный подлокотник, сиденья, дверные карты, именно низы дверных карт. Верх у нас отделан из серой кожи и потолок из серой алькантары. Все это сочетается с очень красивыми вставками из дерева на центральной консоли, на парпризе. И тут мы видим, насколько стильно переработан был весь салон. У нас здесь идет такая же мультимедиа-система переработанная. Это ID85, которая с совмещенным экраном, приборной панели и самой, собственно, мультимедиа-системы. Здесь же мы видим, что у нас внутри не просто снаружи переработана система, но и внутри еще переработана ОС, то есть полностью новые иконки, новый дизайн, но при этом все узнаваемо. То есть если вдруг вы пересели со старой семерки или с другой BMW, с предыдущей системой мультимедиа, вы точно здесь разберетесь и не запутаетесь. Переработанное рулевое колесо безумно красивое, со скошенным низом, очень удобно за него держаться. Оно также у нас сделано из серой кожи с нулевой меткой. И еще одна деталь, как раз таки отсылка к этим бриллиантам, это боковые вырезы, которые имеют в себе такую же угловатую форму и, собственно, опять нам напоминают о статусности данного автомобиля. Чуть выше на парпризе мы видим проекцию, которая у нас отображается на лобовом стекле. Тоже очень удобно наблюдать за этим. Машина понимает с помощью радаров, которые установлены в передней части, какие у нас сейчас ограничения по скорости, дорожные знаки, показывает вашу текущую скорость и любую другую различную информацию. Переходим к центральной части. Тут у нас имеется обновленный экран управления климат-контролем. Раньше, я думаю, многие видели, что у нас на BMW в G-кузовах был отдельный экранчик маленький, в котором мы уже настраивали все, что необходимо по климат-контролю. Здесь же у нас такая тач-панель, которая сливается с этой контурной подсветкой и полностью управляется все из одного элемента. Чуть ниже находятся обновленные рычажки направления воздуха в системе кондиционирования. Тоже смотрится очень минималистично и не выделяется из общей картины автомобиля. И еще ниже у нас находится в нише беспроводная зарядка для ваших телефонов. Два подстаканника, которые очень красиво так уезжают назад. Можно подставить напитки, которые вам необходимы. И далее мы видим обновленную переработанную панель управления мультимедиа-системой и самим автомобилем. То есть
здесь у нас имеются те же самые бриллианты, как на шайбе, как и на ручке КПП, уже узнаваем, в принципе, это раньше было, но в новом дизайне. Справа стандартное управление мультимедиа, слева кнопки старт-стоп, ручка КПП, парковка, именно ручной тормоз и кнопка автохолда. И, кстати, как вы могли заметить, все эти элементы у нас черные, глянцевые. Здесь также на системе управления климат-контролем тоже черный глянец. И это все может очень сильно царапаться. Естественно, об этом тоже позаботились в нашем тюнинг-центре. Заклеили это все в полиуретановую пленку. И абсолютно не видно даже на самом деле, что она оклеенная. Но самое главное, что она защищена. И плюсом полиуретановой пленки является то, что если вы с ней контактируете, особенно на этих элементах, постоянно нажимаете кнопки, и здесь может иногда скапливаться мелкая пыль. Она, естественно, царапает и черный глянец, который есть в автомобиле пластиковый, и пленку, но полиуретан может самовосстанавливаться. То есть у нас сейчас жаркое время года, вы оставили машину где-нибудь на улице, естественно, температура в салоне поднялась, и эти царапины самовосстановились. Тоже очень полезная функция, поэтому на протяжении всего периода использования пленки она будет сохранять свой первозданный вид. В подлокотнике у нас есть еще и дополнительное место для хранения различных аксессуаров, два разъема Type-C и прикуриватель. Перемещаемся теперь к дверной карте. Видим, что у нас здесь тоже полностью все переработано. На самом деле даже нет таких узнаваемых силуэтов из прошлых кузовов. Переработали все кардинально. Тут же мы видим, что у нас стоит аудиосистема Bowers & Wilkins, то есть максимальное качество звучания, которое возможно в BMW с завода, здесь 100% будет. Bowers — это на самом деле очень качественная музыка. Я думаю, любой человек не останется равнодушен от звучания данного автомобиля. Тут же мы видим кнопки управления сиденьями, регулировки, которые тоже у нас сделаны как раз таки из тех самых бриллиантов. То есть куда ни прикоснись, везде мы натыкаемся на темы самые бриллианты. Даже на контурной подсветке, если вы посмотрите по кругу автомобиля изнутри, она имеет в себе те самые грани. Безумно красиво все это сочетается друг с другом. Я считаю, что это очень удачный вариант было сделать именно такое оформление автомобиля, как снаружи, так и внутри. Здесь же на дверной карте мы видим кнопки памяти сидений. И, кстати, сами сидения имеют в себе все, что необходимо. Это подогревы, вентиляция сидений, подколенный валик, все возможные регулировки и боковые подкачки. Поэтому максимально удобно в них будет сидеть. И можете обратить внимание на переработанный дизайн пошива интерьера, насколько красиво все это сделано. Та же перфорация, которая у нас есть на сиденьях, она продолжается на подлокотнике и на дверных картах. Безумно стильно все это смотрится. Самой главной деталью в этом автомобиле, о которой говорят абсолютно все, является экран, который выдвигается у нас прямо из потолка и образует собой такой полноценный кинотеатр. Плюс он еще и сенсорный, мы здесь можем смотреть фильмы, кино, сериалы и так далее, все, что вам необходимо. И такого на самом деле я нигде не встречал, потому что обычно у нас идут экраны в сиденьях, они достаточно небольшие, а тут у нас цельный экран во всю ширину автомобиля, вот по панораму его как раз таки, и это будет максимальное погружение при просмотре какого-либо материала в нем. Плюс акустика Bowers & Wilkins у нас будет прибавлять еще больше эффекта качеством своего звучания. Здесь же еще одни экраны мы видим в дверных картах. Тут у нас имеется полное управление автомобилем, управление сиденьями, самим экраном, массажем сиденья, шторками панорамы, боковыми шторками, которые у нас есть в дверях задних. Поэтому полностью все сконцентрировано в одном элементе, не нужно нам никаких лишних кнопок, и все управляется с сенсорного удобного экрана. Под моим локтем мы видим стандартный подлокотник, который имеет в себе беспроводную зарядку для ваших телефонов и дополнительный отсек для хранения аксессуаров. Еще один отсек для хранения мелких вещей имеется у нас в центральной консоли, в нижней ее части. То есть, поэтому сюда можно сложить еще дополнительные мелкие вещи, например, очки, я думаю, 100% сюда поместится. Под капотом у нас находится бензиновый двигатель V8, тот самый BMW-шный, объемом 4,4 литра, который выдает 530 лошадиных сил. И данная установка позволяет абсолютно с уверенностью разгоняться на данном автомобиле, делать обгон на трассе. Ну, как бы такой запас мощности – это то, что нужно на таком большом кузове автомобиля. Это был прекрасный, роскошный новый BMW 7 серии. Как вы могли понять, очень интересно узнать ваше мнение данного автомобиля. Обязательно напишите комментарий, оставьте свою реакцию. А я еще раз напоминаю, что
ProTuning автосалон может привести любой автомобиль в самые короткие сроки в наши автосалоны в городе Краснодар, Москва и Ставрополь. И не забывайте подписываться на канал, чтобы посмотреть новые видео с такими эксклюзивными автомобилями, которые приезжают в наши автосалоны.